Покушение на главу управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области Александра Боровкова было совершено в январе этого года. Напомним, что после огнестрельных ранений чиновник выжил. И вот спустя 11 месяцев следствие вступило в завершающую фазу. 35-летнему ивановцу предъявлено окончательное обвинение в совершении сразу двух преступлений. Покушение на убийство по найму и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Прежде чем решиться на покушение, он тщательно продумал план своих действий. Отследил, когда во сколько приезжает Боровков к месту работы. Он нашел машину через знакомых, на которой как раз и он подъехал к месту совершения преступления. И практически разработал весь план убийства. То есть приобрел огнестрельное самодельное оружие и патроны боевые, которые подходили к этому оружию. И согласно плану, в установку уже известный и зрителям, и жителям области день, он подъехал 16 января раннее утро и ждал у входа потерпевшего. Когда потерпевший подошел, он произвел несколько выстрелов.